А перед началом ролика хотел бы вам объяснить, что это видео было снято пару дней назад, и таких видео будет еще два после этого, получается. Просто очень хороший материал, и поэтому я решил его все-таки выложить. Серия получилась длинной, но довольно-таки интересной и насыщенной, поэтому посмотрите ее до конца. Всем спасибо за вашу поддержку, лайки, приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сером Азин Холиплей, первый сир, мне здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мне по регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Кирилл Гей, пишите вместе капсом. При достижении 5 уровня вы получите 50 тысяч, при достижении 10 уровня вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч, промокод можно вводить, если что, на любом сером Азин Холиплей. Так, чуваки, сегодня у нас такое будет необычное видео, хотя я, блядь, часто говорю. Короче, сегодня будет, грубо говоря, один день из моей игровой жизни. В принципе, как все происходит, с чего я начинаю свое утро, когда захожу на сервак. Я думаю, вам это будет интересно. Сегодня порешаем важные дела, какие вы уже узнаете по видосику, в принципе, да. Поэтому я только заспавнился, я забрал 50 тысяч, в принципе, с рефералки. Спасибо всем, кто регистрируется на мой ник, кстати, да. Точнее, мой промокод вводит, ну и регистрируется на мой ник. Вот, видите, 306 человек уже ввели мой промокод. Это очень круто. Спасибо всем, кто его вводит. А кто еще не вводил его, то обязательно вводите. Итак, сегодня у нас будут важные дела. Очень важное дело нужно сделать будет с Муркой. А что именно, пацаны, сейчас я вам покажу и объясню. Итак, смотрите, Карпас, покажу вам. И 6 ID, да? Смотрите, вот. У нее целка, пацаны, целостность, вот. Целостность у нее осталась 40, пацаны. Мне нужно ее срочно зачинить, потому что ниже 30 нельзя целостность опускать, потому что машина просто вроде бы как сидит в гвоздь. Поэтому нужно срочно починить Мурку. Сейчас поедем в банк, я оплачу все налоги, в принципе, да. Потом мы поедем, починим Мурку, ну и там уже покажу вам, как это все происходит, куда я и чем буду заниматься, тоже вам покажу, короче. Я, если что, буду подробно показывать, что и как. Я сейчас и заправлюсь, тоже это вам покажу. В принципе, да, я буду показывать подробно, как проходит мое утро, один день из моей жизни, грубо говоря. Игровой жизни, если что, да. Поэтому я надеюсь, вам это понравится, пацаны, потому что подобного я еще не снимал. И я думаю, многим интересно, как я начинаю свое утро. В принципе, да, в игре. И в жизни, то, блядь, понятно все. Бэха наша стоит, кстати, если что. Давайте сейчас проедем до заправки. Нужно заправиться, потом едем в банк города Арзамас, получается, да. И потом уже поедем в СТО. Ну, в банке нужно еще бабки снять, потому что нужно нам, по-моему, сколько? 900 тысяч, чтобы починить бэху два раза. Поэтому мы это, в принципе, сделаем. Так, заправляем 38 литров, да? Да, все, заправляем 38 литров и едем дальше. Все, я заправился. Теперь можем спокойно направляться в сторону банка. Там мы сейчас оплатим налоги. Потом я сниму бабки, поедем Мурку починим. Потом зайдем в один бизнес интересный. Сделаем такой краш-тест, пацаны. Все это увидите, поэтому смотрите видос от начала и до конца, чтобы вам было интересно. Так, выходим и направляемся в банк. Все, сейчас оплачу налоги. Блин, кстати, мэр довольно-таки охуел. Налоги поднял на дома именно. Поэтому я раньше платил, короче, за дом, по-моему, 3000, сейчас плачу 4000. Раньше платил за особняк, по-моему, 5000 или 3000, сейчас 7000. Это пиздец, ограбление какое-то. Так, и нужно оплатить бизнес. Но за бизнес, как я и платил косарь, так я и плачу. Поэтому все заебись, на балансе бизнес пусто. Так, давайте я сниму деньги. Сколько нам нужно? Ну, давайте снимем 400 тысяч. Я думаю, нам хватит. Так, все, 400 тысяч я снял. У нас лям. В принципе, так, все, я вроде бы как оплатил. На счету телефона у меня сколько бабок? Давайте мы посмотрим. Так, на счету телефона. Где тут? Мобильный счет 25 тысяч. Ну, думаю, хватит. Кстати, видели? Добавили инвентарь рюкзака. И этого в обновлении не было сказано. Видите, теперь у меня наркотики 1 грамм есть. Патроны 6. Металл 79 килограмм. Дерево 196. Свежий рыба 21 килограмм, готова рыба 2 штуки, аптечки есть. О, 4 штуки аптечки, масок, я не знаю, что масок, наживки, а ремкомплект у меня тоже один есть. Все, заебись, короче, можно теперь ехать чинить бэху. Кстати, пацаны, я предлагаю после починки поехать и навалить боком. Я, вот такая идея у меня есть, типа, в каждое видео вставлять такие красивые кадры, как я валю на бэхе. Там в середине видео вставлять такие кадры, поэтому пишите в комментариях, как вам такая идея. Здесь я буду вставлять валилово в середине видео под музончик с бэхой. Пишите, короче, в комментариях. Так, заезжаем сюда, давай, сигналим. Так, лучшим двигать, а ёпту налево, опустись. Во, все, давайте откроем капот. Ох ты, блядь, неужели он в эту сторону открывается, пацаны? Помните, он раньше открывался наоборот, вперед, вот так вот. Ну,
то есть он открывался отсюда, а теперь он открывается вот так нормально. Блять, модпакер просто красавчик. Ну хотя вроде бы это было на предыдущей байке, либо не было, я просто не помню реально. Так, давайте я скриншотик сейчас быстро сделаю и потом уже будем чинить байк. Так, все, скриншотик я сделал, теперь давайте будем чинить морку. В принципе, у нас сейчас идет сколько денег? Да, 450, в принципе, ремонт стоит. Давайте починим, что делать. Так, капитальный ремонт, окей, починил. Так, давайте еще. Ну, не знаю, блин, покупать 900 тысяч, блять, нахуй она не нужна. Я лучше мурку починю, те же самые бабки, пацаны, блять. Что сигнализация стоит, чем лучше мурку починить. Так, капитальный ремонт еще раз. Все, починил два раза. Так, давайте карпас, теперь 6 пропишем. Все, у нас теперь целая стоимость 80. Если что, мы не можем сделать 100, я бы мог еще раз починить. Но каждый раз, когда вы чините, прибавляется 20%. А если я починю, прибавится всего лишь 10. Поэтому лучше, когда будет 70%, я починю и будет 90. Так будет довольно-таки лучше. Ну что ж, я думаю, самое время наварить обехи, поэтому не будем долго тянуть. Погнали! And I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this floor. You can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take them off the throw. Coming to the top, I go, yeah, promise, low. Bro, pulled up to the club and the city show me love. She gon' fit me like the glove, sipping whiskey, feeling buzzed. All right, peace, rest in peace. 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 Yeah, roll up to the club and the city show me love. She gon' fit me like the glove, sipping whiskey, feeling buzzed. All right, peace, rest in peace. All right, peace, rest in peace. All right, peace, rest in peace. I'ma put that ass to sleep. Yeah. You can't stop this, I promise. Got electronic with a little rock shit rap on top of it. You can't even process it. I'ma keep dropping it till the charts stop. It, oh. I got the beats and I got the rhymes to make your girl cheat. I'm switching your dime, get up on your feet. If you wanna climb and take it from me, I got nothing to hide. I get it, cause I want it. Always on it, and I'm plotting. Now I got it, got my shot in. You know I'ma be the one climb to the top of it. I'm dropping this, take a shot, I got the fifth. I'm watching it, crop top got me in. She got it, shit, she wanna pop it off again. Drop it low and then she gon' take it off as in, yeah. Roll up to the club and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed, all right. Итак, думаю, вы увидели, как я наваливал. В принципе, сначала сервак залагал, поэтому я перезашел и оказался бусаевым, для тех, кто не понял. И теперь я в южном, короче, да. Сейчас, короче, проверим эту тему, пацаны. Не знаю, получится ли нет. Сейчас попробуем машину, чтобы она подлетела, в принципе, вверх от ракеты. Я думаю, кто-то догадался уже, куда мы едем. Ну, сейчас, короче, вы узнаете об этом. Итак, пацаны, короче, здесь находится бизнес Джонни Прайта. Он же Ваня Зайцев. Или вроде бы как у него фамилия. Блять, я забыл, как у него фамилия, нахуй. Вроде Зайцев, у него фамилия, если я не ошибаюсь. Короче, здесь есть бизнес, пиротехника. Пацаны в южном, поэтому советую всем здесь закупаться, по сути, да. Сейчас мы купим у него ракетку кое-какую интересную. У меня тоже раньше этот бизнес был, помните, я его покупал когда-то, и теперь он есть у Джонни. Ну, Джонни его купил по ГОСТу чисто, поэтому можете здесь как бы закупаться. Так, нам нужна Хиросима, одна штучка, короче, и идем дальше. Сейчас мы ее под машину положим, только я машину, наверное, здесь припаркую, потому что мне кажется, она может и нахрен взорваться, поэтому сейчас мы это все проверим. Так, пишем парк, все. Отлично. Так, и теперь нужно Хиросима под машину засунуть, короче. Сейчас мы это сделаем. Так, пишем, какую там команду заблов. Минуточку внимания, хочу послать бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбокс. Либо ударстак. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Итак, я продолжаю снимать спустя пару часов из-за того, что, ну, сервак там лагал, и еще у меня там были дела. Ну, короче, неважно. Сейчас давайте попробуем бомбу. Блин, надеюсь, она у меня не пропала, потому что я пару раз перезаходил, в принципе, и надеюсь, она не пропала. Так, давайте я тачку свою заспавню здесь. Оп, BMW. Так, давайте попробуем прописать blue. У вас нет пиротехник, блин. Она пропала, прикиньте, у меня бомба за 90 тысяч пропала. Ну, такое себе. Давайте я сбегаю сейчас в банк и еще одну куплю, в принципе.
Блин, посмотрите просто, насколько сервак лагает. Видите, как долго все прогружает? Это не ком горимый и интернет. Это сервак так лагает. Я не знаю, либо это они так на новое оборудование переехали, потому что, блядь, лагает пиздец просто. Реально лагает очень сильно, хотя сейчас онлайн небольшой. Можете додосить сервак, я не знаю на самом деле. Реально из-за лагов очень, блин, проблематично играть, потому что, блядь, ты едешь, у тебя все залагивает, тебе приходится потом перезаходить, а оно потом все равно лагает, ты можешь провалиться и так далее. Поэтому, блин, надеюсь, это скоро исправят, потому что реально играть, сука, невозможно. Так, снова забегаем в пиротехнику. Видите, как долго прогружаются эти чекпоинты? И вообще, ну, чуваки лагают, отъехать не могут даже. Ну, блин, придется ждать, пока загрузится. Я обожаю просто эти лаги. Видите, просто все залагало, пацаны. Ну, сейчас буду перезаходить, что делать. Так, я перезашел, нажал, где вышел. Это что, Джонни Прайд, это бизнес, напоминаю вам, пацаны, кто, может быть, забыл. Так, покупаем обратно. Блять, если сейчас залагает, и я зря купил эту бомбу, Хиросима, будет очень плохо, очень плохо. Так, что-то затачка, Нива, нормально, что. Так, давай теперь, заспавним BMW, наконец-то ее взорвем, нах. Так, пишем блу, сейчас будет, пацаны, довольно-таки красиво. Надо все будет только по бырику. Так вот, пацаны, ящик появляется, и начинается пипец. Так, посмотрим, она сможет полететь или нет. Конечно, лучше дальше идти, я думаю, потому что она может так рвануть. О, машину видели, подкинула. Блин, надо было как-то заехать на машине. Надо, чтобы кто-то положил. Я заехал на машине на этот ящик, и уже потом, я думаю, она бы взлетела спокойно. Эй, ты куда пошел, Вася? Видите, какой-то, какой, блядь, опасность, мистер опасность. Я лучше уйду оттуда, нахрен. Ну, что-то не сильно рвануло, на самом деле, я думал, сильнее будет. Ну, ладно, что, погнали дальше, думаю. Нам нужно теперь поехать в казино, чтобы выполнить ежедневное задание. Все, погнали. Ах да, почему я еду именно в Арзамас? Да потому что в Юшке закрыт, по-моему, казино, и поэтому мне нужно там купить, по-моему, какой-то алкогольный напиток, или что там надо купить. Так, пишем далее. И нужно купить мне выпивку в казино, и мне за это дадут одно очко и денежки. Поэтому сейчас мы туда едем. Потом нужно подарить букет цветов, пожать руку. Но этого я не буду, в принципе, делать, потому что это довольно-таки долго будет. Так, вот я приехал уже, здесь еще мусорок приехал. Бля, у меня 6 звезд, что-то мне это не нравится. Ладно, давайте зайдем. Я быстренько сейчас напиток куплю и съебусь. Так, давайте заходим. Бля, еще вход 5000, ладно. Ух, ебать, тут людей, ёпта, налево. Так, а я пришел выпивку взять. И все, в принципе, да. Так, давайте, кока-колу давайте купим, в принципе. О, 13 тысяч, одно спецочко. Все, до свидания. Было приятно поиграть, я не играл, поэтому все, заебись, пацаны. Вот так нужно ходить в казино, пацаны. Купили, попить и уехали, и заебись. Так, тут зеленая зона, блин. Так, все, я выполнил одно задание. Теперь поехали в банк, нужно оплатить штрафы, потому что у меня их довольно-таки много. Да, у меня там 15 штрафов, блин, сейчас 1200, наверное, отдам, если не больше. Так, все, доехали. Блин, сейчас там штрафов я чувствую очень много, потому что я постоянно езжу, гоняю и постоянно капаю штрафы. Ну, там 15 штук, в принципе, это не критично, потому что можно, по-моему, сколько штраф. Так, давайте оплатить все штраф. 162 тысячи, отлично. Снять 200 тысяч. Да, сейчас будет 200 тысяч штрафа платить. Так, оплатить все штрафы. 162 тысячи. И остается у меня, ну, такое себе, на самом деле. Так, назад, давайте положим 70 тысяч, я думаю. Да, подсовите, как бабки быстро уходят. Это там кажется, типа, вот, 16 миллионов. 5 лямов я дам на конкурс, это деньги, если что, 5 лямов. Потом у меня остается 11 лямов. И, не знаю, нужно какую-то, может, машинку купить. Тем более, может, буса его скоро уберут, и нужно покупать будет какой-то новый дом. Поэтому, пацаны, все так просто, как вы думаете. Короче, окей, сервак обратно залагал, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.